Привет, друзья! Привет, братья-пчеловоды! Вот пришел сегодня на пасеку посмотреть, как зимуют наши пчелки. Вот. Ну, первое, что хочу поздравить всех с Новым годом, с Рождеством Христовым. Сегодня, кстати, первый день. Вот, и решил, думаю, погода такая с утра. Ветер страшный был, ураган почти, можно сказать. Сейчас все тихо. Думал, что уже и не приду. А так, раз все тихо, то решил прийти посмотреть, что у нас здесь творится. Вот увидел первую проблему, как только зашел на пасеку. Вот такой литок полностью забитый. Походу там мышь завелась. Вот, я не был здесь, ну, очень давно. Вот. Сейчас буду разбирать и посмотрим, что там внутри у нас живет. Возможно, эта семейка уже и погибла. Это вина, наверное, пчеловода, потому что не смотрит за этим всем делом. Так, чтобы примерзло все. Да. Как его оторвать-то там? Вот что сделала наша мышь. Вот, друзья, здесь у нас был холстик сверху. Не холстик, а как бы шерстяный. Шерстяная такая. Ёперс это. Ну, вот такое полотенце шерстяное. Пчелы живые, я вижу. Клуб сидит. Вот, на трех улочках. Побомбила она, наверное, серьезно здесь наших пчелок. Я думал, что им хана. Но они живые. Вот. А где вот наша мышь? Ее красота. Не хочется и пчел волновать. Но мышь не видно. Но видно, она серьезно побеспокоила наших пчелок. Так что я сюда поставлю мышеловку. Вот, скорее всего. Ну, ёперс это. Ну, вот, что она сделала с одеяла вот такого. Вот, что она сделала, одни клочья. Ну, осенью я смотрел, мышей не было. Она, наверное, попозже сюда заползла. И литок здесь такой минимальный. Я не знаю, как она вообще туда умудрилась залезть. Ну, вообще-то для мыши... Вот литочек маленький. А, она могла через верхний литок. Я верхние литки не закрываю. Как бы считаю, что так лучше вентиляции. Наверное, вот этот литочек и спас наших пчел. Потому что иначе они бы задохнулись здесь. Просто все забито до отказа. Вот. Ну, сейчас я закрою наших пчелок. Поставлю здесь мышеловку, наверное. Походу, ее уже здесь нету, мыши. По крайней мере, я ее не вижу. Да, пчелы волнуются, не буду там уже лезть. Вот так. Прикрою их пока. Пока прикрою, потом. Ну, еще глянем уже. Здесь у меня первые такие, первый раз в году, ну, то есть сделал пластиковые улья. Интересно мне, как пчелы в них зимуют. Ну, я бы сказал, отлично. Раз, раз, два, три, четыре, четыре улочки, четыре улочки подмора. Подмора вообще не вижу там внутри. А здесь тоже. Да я скажу, что, наверное, вот таких ульях зимовать. Пчелы еще вообще только-только поднялись. Даже я бы сказал, что не полностью. Гнездо где-то там еще внизу.
Вот я заметил, что в этих улях вот таких полиуретановых зимовка проходит отлично. Нету осыпи просто. В простых ульях у меня процентов 30 пчелы отходит. Процентов 30 пчелы уходит в нормальных ульях, а вот в этих зимуют отлично. Но пока еще зима, только, можно сказать, самое худшее еще впереди. Вот полный литок открытый, снизу у меня не видно. Короче, вот на целый улей снизу вот такой ширины, наверное, сетка стоит. Не полностью сетка, а только задняя часть вот сетка стоит. Видно, что вентиляция хорошая. Улья сухие внутри. Так что наблюдаю, что такая зимовка. Даже очень ничего. Надо будет практиковаться. Но я еще пока в поисках зимовки нормальной. Вот пчелы валяются, не знаю откуда это. Выпрыгивают, вылетают. Надо будет посмотреть еще вот этот улей. Может, и оттуда пчелки вылетают. Здесь тоже одна пчелка валяется. Может, это нормально, может, это старые пчелы, просто они и так отходят уже. Так что, возможно, они сами вылетают, чтобы это экологию в улье додерживать. Ну вот такие дела. Ну еще посмотрим, меня. Может, открою с этих один улей. Не знаю какой. Ну, давайте крайний откроем. Не... Ух ты, ё-моё. Тяжело открывать. Ну, здесь у меня рамки еще сверху полномедные стоят. А внизу, короче, гнездо. Это так, рамки в запас стоят. То есть я это зимую на одном корпусе, чтобы корпусы мне не носить сюда-туда, то я оставляю их на улью. Не вижу в этом никакого минуса для пчел. Вот там внизу пчелки зимуют. Сейчас приоткрою, наверное. Посмотрим, что там, как там. О, они только-только поднялись. Вот. Вот наши пчелки. Закрою, не буду их тревожить. Ну вот сегодня 6 января. Пока не наблюдаю отхода пчел, как бы, чтобы семья погибла какая-то до этого времени. Ну я еще, конечно, не смотрел все, те, что самые мне как бы подозрительные, я уже посмотрел, они вроде ничего, вроде все живы. Корму хватает, потому что я до смерти закармливал. Сколько брали, столько давал. Вот. Сейчас поубираю снег здесь еще. Хотя думал, что здесь снега будет по пояс. Но здесь сильно дует, когда дует. Наверное, этот весь снег ветром издувает. Ну, есть перед литками вот где-то по одной пчелке. Не знаю, если это нормально или ненормально. Вот. Возможно, как говорю, это старые пчелы. Они просто суицидом занимаются, уже знают, что им до весны не дотянуть, то вылетают и летают. Вот первая причина, что пчелы живы, это улитка. Улитка у нас, ну как бы видно, что все растопилось, улитка, выходит теплый воздух оттуда. Ну так, ну все, наверное, я буду прощаться с вами. Всем приятной зимовки вашим пчелам. Будьте вы здоровы. Вот. Делайте рамки там, улья. Сейчас зимой у пчеловода, наверное, самое больше времени, потому что весной, летом это катастрофически времени не хватает. Так что прощайте, друзья. До встречи. Всем пока.